Всем привет! Мы приехали в Варшаву. Встретились со зрителем, с нашим, который снимал для вас ролик, когда он пробовал нашу русскую рыбу. Это пан Ярослав, и мы приехали. Он нам очень хочет показать Варшаву. Так, Фаня. И наша экскурсия началась. Я хочу стать звездой Ютуба. Звездой Ютуба. Хорошо. Знаете, это так старый вид гномиков загорода. Да-да-да. Ой, какой красивый фонтан. Ой, да. И Тарас? Знаете, что это? Нет. Там мапа парка, так? Не только. Это краковские предместья. Плац замковый. Ага. Почему это зима такая голая? Так, это зима. В шубе здесь... надо, чтобы была зима. В шубе, да? Это неожиданная зима. Здесь никогда в жизни не встречались. И тут потом прошло какое-то время, наверное, месяца 3-4, и вот это такой просто красивый язык на самом деле. Вот я жалуюсь. Все говорят, что я жалуюсь. Ну я понимаю, что китайский, китайский, а потом польский. Нет, погоди, не согласен. Потому что сколько мы там, 1.5 года? Ну да. Я понимаю поляков, что они говорят. Я бы китайцев не поняла. Знаете, я здесь живу уже 60 годов. Я не понимаю, что некоторые поляки говорят. Plac Józefa Piłsudskiego. Mm-hmm. A tam jest jego pomnik Józefa Piłsudskiego zresztą. Aha. Na wprost. A to?
Tak, 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 to jest hotel. A to? A to jest tam, to jest teatr. Teatr Narodowy, tak. I Teatr Wielki, Opera Balet. A to tutaj wybudowali takie w latach 90. Tam jest bardzo fajny w środku dziedziniec z fontanną, z ławeczkami. Tak, widzę. No. Ale to jest biuro, biura, sklepy w tej chwili. Do wynajęcia, tak? Nawet różne. Na dachu rosną drzewa. Tak, no. Ewangelicznie. Вот экскурсия идет группой, а у нас есть свой экскурсовод, который нам все показывает, еще и на русском языке. Какой-то европейский знак стоит. Да, потому что Erasmus – это такая обмена... Erasmus. Джефка Erasmus. Вузами, странами. Ну, такие листья у него интересные. Я первый раз такие вижу. Необычные, да? Zmieszczę się, czy się nie zmieszczę? Udało się. Показываю наши покупки, что мы купили в русском магазине. Как обычно, селедку я взяла, доширак, в этот раз взяла роллтон. Ну, знаете, Милена любит. Кальмары, сухарики с холодцом, хреном. А это что за рыба? В общем, сушеная рыба. Как ты сказал, как называется? Чихонь. Чихонь. И вот такая какая-то сушеная рыба. А, еще взяли вот эти. В общем, наш гость сегодня купил в русском магазине вот эти кальмары. Он взял сало украинское и квас на разлив. Он сказал, что это просто бомба. Он сказал, я теперь буду ходить в магазин за кальмарами. Уже нет сил снимать. Быстро кушали. Купила еще Милене презент. Она уже побежала мерить. Вот, купила ей такую рубашечку. Очень красиво будет носить ее с брюками. Она уже померила, правда, уже переоделась. И даже вот с этой юбкой тоже красиво будет вот эта рубашечка смотреться. Она все померила. А брюки такие широкие. Вот у нее есть такие широкие брюки. Я ей покупала на весну. И вот с этими широкими брюками эта рубаха просто обалденно смотрится. Милене очень понравилось то, что я ей выбрала. Она, знаете, сзади чуть-чуть длиннее, а спереди покороче.